Хорошо здесь. Красиво. Птички поют. Дождик небольшой. Все творчески изрыто современными копателями. Ну вот в борту одной из ям вроде как примазан пошел какой-то. Вот надо, а я воды не взял. Ясно, что здесь кварчик. Щеточка кварцевая. Ну и ладно. Ну вот кристаллов каркаита я не вижу, но надо помыть. Есть что-то похожее. Даже щеточку не взял. Вот поросенок какой. Ладно, сейчас тут поработаем. Там сфотографирую. Вот когда надо копаться глубоко, не руками же, есть такая вот штука, я ее называю царапка. Вот царапаешь, ну и, конечно, маленькая монтировочка. Потому что тут больше ничем не залезешь. Ей удобно. Так, тут что у нас, кварчик? Да. Кварчика здесь вот что-то есть. Возьму домой. Мне нравится, когда кристаллы крокоита находятся в животках кварцевых. Некрасиво смотрятся.
не то, что даже на другой породе. Штучка. Ну ладно. Вот что ли брошит здесь. Ну вот есть какой-то примазон, а есть ли кристаллы там крокоита? Может, вы увидите. Я вот не вижу. Ну, отложу до первой лужи. Горчик есть. Вот под корень дерева закопался. Ну вот такая вот дребедень встречается. Интересно становится, когда что-то попадается. Так. Ну, это вот все отмывать надо. И глаза молодые. Ну, даже такие осколочки. А надо-то хотя бы один образец с таким красивым, красивым кристаллом. Тоже не то. Повылазила. Это какая плитка.
Попробую снять. Ну, вот примерно такие вот образцы интересные. Акварчики где-то в животке там. Мелкие, конечно, но... Вот там вот. Примерно такие. Ну, разные попадают.